так называемой победительницей детского Евровидения сестры Толмачевы. Вы опять на детском Евровидении. Какие вот ваши чувства от того, что вы снова попали на конкурс? Ну, для нас это, конечно, радость. Мы познакомились со многими участниками. И праздник этот родился для Евровидения. Нам очень нравится. Как вы считаете, стал ли конкурс сильнее по сравнению с тем, что когда вы участвовали? Ну, конечно, с каждым годом конкурс Евровидения становится сильнее, да, и дети талантливые очень приезжают в Евровидение. А что изменилось непосредственно вот в вашей жизни после того, как вы победили в детском Евровидении? Записали диск, нас начали приглашать на разные концерты. Мы стали принимать участие в разных передачах. Мы стали узнавать, брать интервью. Вот вы выпустили уже один альбом «Половинки», да? А сейчас работаете над новым материалом? Да, хотелось бы записать еще один диск. Мы ищем песни. Думаем, что это Вот вы пели песню «Молитва», да, русскую версию. Вы можете чуть-чуть напеть? А потом я расскажу, почему. Не забуду глаз я, повторю снова, и все как туман. Жизнь моя тает, исчезает, как будто туман.